С Днем Единства вас, дорогие мои друзья! А также я поздравляю всех мужчин, всех мальчиков, всех юношей с Всемирным Днем Мужчин. Этот праздник, Всемирный День Мужчин, у нас в России празднуется с 2000 года. Но я сейчас нахожусь в парке Никольского и направляюсь в сторону стадиона. Праздничный день, а везде сегодня как чисто, чисто, светло стало, да, на этой улице? Да, вообще аж прям, как будто бы открылась она. Заново родилась улица прямо. Они такие уже были взрослые. И деревья. Ухоженные. Ну, сейчас все сделают, и потом высадят новые деревья молодые. И будет красивая аллея. Брусчатка останется? Да, тут сказали брусчатка. Брусчатка останется? Нет, она же... Что ну, ты, она сделана местные. На века, конечно, она. Местные уже сказали, вы что, будете убирать брусчатку? Нет, конечно, нет. А представь машинам бедным, как ездят по ним? Ну да, знаю, знаю. Знаю. Да. Такое дело знаю. Ну, это же она еще знает, сколько лет простоит эта брусчатка. Но зато будут ехать тихонечко, аккуратненько, будут беречь машинки свои. И, значит, пешеходам будет безопасно ходить. Ну и как хорошо сделают скоро тротуарчики. Сделают, конечно, все сделают потихонечку. Москва не сразу строилась, так же и здесь все сделается. Ну вот, уже видишь, как поднимают здесь. Это сегодня выходной, то, что праздничный день. А так работа здесь ежедневно. Нет, не выходной. Вон там кладут плитку, я вижу. Видишь, вот там сейчас дойдем, увидим. Плиточкой все выкладывать будут. Да, работа кипит. Даже несмотря на то, что праздничный день сегодня. Да, плюс 20. Ну, пока лето. Надо успевать делать. Сразу так. Представляешь, как светло вот этой пятиэтажки сейчас, да? Люди. Конечно, тут такие деревья, вон, выше дома, огромные. Они все старые. Как дождь пройдет такой вот посильнее, деревья ломаются все. Это же тоже небезопасно. Тут и школа, дети гуляют. Все, здесь столько людей гуляет. Поэтому деревья старые, вековые уже они, эти деревья. Ну, вот эти вот молодые кустики оставили, видишь их? Да. Вот какая будет тротуарная плиточка. Со всех сторон. Да, это сделают. Все сделают. Все, вообще красота. Да. А вот что там, вот сколько хожу? Вот это дом. Нет, а вот под ним. Внизу тоже жилое помещение. А, тоже? Тоже жилое помещение. Это типа балконы себе. Да, это сюда выходит. А я думала, какое-то предприятие. Нет, жилое там помещение, жилые потому дома. Что, видишь, какая лестница. Угу. Поэтому я и спрашиваю. Да, там индивидуальный подъезд, вход в каждую квартиру на первом этаже. Вот уже мальчики положили все, плиточку сегодня. Хорошо будет. Переходим дорогу. А ярмарка все уже. Сегодня мы все увидим, как заканчивается ярмарка. А идем мы на стадион. На стадион мы идем болеть. Мы сегодня идем на футбол. Одна страна, одна команда. Мы за красными.
Да. Стадион имени почетного гражданина города Ейска Фрадмана Владимира Иосифовича. Спортивная школа по футболу. Мне надо было тоже подушку взять. Что, Наташ, куда мы с тобой присядем? Тем лучше видно, да? Давай. Погодка чудная сегодня. Плюс 20 градусов. Впервые я на футболе. Вот так вот живьем посмотреть. Обычно все это по телевизору происходит. Когда-то раньше я смотрела в детстве. Сейчас давно не смотрю. Вот наконец-то первый раз посмотреть футбол. Кто играет? Ну да, укрываться, потому что здесь все равно сидеть приходится, не двигаясь. Начало матча. Угу. Все, игра здесь. Оп. Протарь. Это он его, это? Не, он мог это раскачить, зацепить. А он его успел. Да. Угу. Вратари. Оп! Что-то ему там. Конечно, видишь, ударил сильно, но видишь, удар-то вообще, он, видишь, он идти не может. Еле встал. Не разыграли мяч и за счет этого забили гол. Гол.
1-0, да? Пользу Ейска. Ну вот 35 минут уже сейчас, да, прошло? Да. Хотела мать. О! А, кстати, днем пошло, прям жарко было. Да, жарко днем было. Это просто мы сидим, не двигаемся, нам да, как бы так свежо кажется просто. Без движения. Может, еще замуж? Ястребы, вот сейчас точно видно. Черная футболка. Опа! Четвертый гол. Красава! Леха лучший! Четыре ноль. Ну, наверное, все сейчас, да? Да. Ну, все, потихоньку. Да. Болельщики спускаются уже вниз. Играли наши две команды. Да, со счетом 4-0, да. Я подошла к ДК, и здесь у нас афиши. 9 ноября «Летучая мышь», 14 ноября «Не в свои сани не садись», это комедия, а «Летучая мышь» — это оперетта. А сегодня Николай Лукинский, а во сколько? О, в 19:00, да-да-да, сегодня. 25 ноября «Шансон парад». 5 ноября завтра «Дуры мы дуры». Так, а во сколько будет «Дуры мы дуры»? В 5 часов вечера, да, 17:00. Это будет искрометная комедия. И 24 октября, а, это уже все прошло. Ну, вот наша реклама на ноябрь месяц. Да, конечно, Ейск мы любим. Всем хорошего вечера, хорошего настроения и всем до свидания. Время сейчас 7:30. 4 ноября.
градусники, 18 градусов тепла.